Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре – FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на YouTube вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем скоро стартует сезон, и уровень вылазок повысится до 8. Можно будет вылутывать 603 вещицы, если вы накопили многообещающие ключики. Само собой, имеются разные вылазки. Приятные, неприятные, с нормальным ландшафтом. И даже в некоторых вылазках придется бегать в водичке. Придется следить за уровнем дыхания, отслеживать это все, трогать пузырики. Но это абсолютно ни к чему. Мы можем, конечно, пользоваться какой-нибудь кулакской удочкой, но для этого нужно выкачивать репутацию. Я предложу вам сегодня вариант намного легче. Алкубиан, алхимик в Аскахете, правят Слизнячков иконкой как зелья, и их можно использовать, по идее, в вылазках. Давайте проверим это. Проверим Слизнюка в действии, зайдем в воронку. Это вылазка, в которой куча воды, и все ее прохождение идет под водой. Получается, заходим, делаем рывок вперед, выпиваем этот поушен, этого Слизнячка. И да, баф работает, дыхание под водой, полоски абсолютно никакой нет. Круто. Теперь не нужно бегать, собирать пузырики. Координаты, как и всегда, находятся на экране, в правом верхнем углу. Для того, чтобы покупать эти флаконы, этого слизнячка, нужно выполнить небольшой квестлайн. Мы подходим к этому мапцу, к этому алхимику, и берем у него задание. Плавники всех размеров. Выполняем его. Конечно, в теории нам подойдет абсолютно любое зелье, абсолютно любой флакон, который дает подводное дыхание. Но цена может увеличиться. И спринт мы не получаем от обычных зелий, которые продаются на аукционе. Также нам падает конечность по окончанию этого задания. Конечно, автопринятием сразу мы берем это новое задание. Летим сдавать. Сразу две штучки. Еще два квестика под водой. Выполняем их. Сдаем задание выполненное, одно, второе, и после этого нам уже доступно зелье к покупке. Этот слизнячонок становится доступным. Мы, конечно, можем доделать все до конца с целью того, чтобы вылутать прогресс в достижении. Это работа в стоках. Окей, выполню до конца. Работа в стоках засчитана. Теперь никаких квестов не висит. И сразу можно открыть окно торговца. Таким образом, закупиться штучками. Можно купить их сколько угодно. Как мы видели, они работают. И стакаются они по 5 штук. Куплю 5, пускай валяются 5 штучек. Больше как будто и не нужно, потому что вылазка в среднем проходится минуток за 5, за 7. Возможно, левелы побольше будут проходиться дольше. Но, как говорится, посмотрим на практике. Ну окей, хорошо, прикуплю еще 5 штучек. Так и быть. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!